Вы смотрите новости. Хорошая новость для жителей микрорайона Байтерек. Планируется возведение автомобильного моста через канал Кызылжарма. О необходимости моста байтерековцы говорят не первый год. Им приходится делать большой крюк, чтобы попасть в город. Просьба местного населения услышана. Выделены средства на строительство автомобильного моста. Из городского бюджета в 2021 году было выделено 16,4 миллиона тенге на подготовку PSD. Сейчас вся документация на госэкспертизе. Как только дадут одобрение, мы поступим к строительным работам. По проектно-сметной документации на строительство моста потребуется примерно 524 миллиона тенге. Кроме того, планируется возвести еще пару мостов. Ведется строительство пешеходного моста в поселке Белькуль через железную дорогу. Также подготовлена и отправлена на госэкспертизу проектно-сметная документация пешеходного моста через железную дорогу на участке Кулагер. Еще один мост, но уже автомобильный. Мы планируем возвести для соединения Тасбугета с СПМК-70. Проектно-сметная документация этого проекта только готовится.